Видео будет о нашей с Сашей свадьбе, о нашей росписи. Готовьте чай, кофе, что-нибудь вкусненькое, потому что мы сегодня надолго. На самом деле этот влог я сразу смонтировала после свадьбы, которая была у нас 11 ноября 2022 года. Я его сразу смонтировала, как раз уже приготовила для Ютуба, но почему-то мне не хватало еще толчка, чтобы вот начать снимать именно на YouTube, делать свой YouTube-канал, хотя влог я уже полностью смонтировала, приготовила, там, с музыкой, со всеми моментами, с клейками, все уже было готово. И вот только сейчас уже, после первого влога из Турции, я решила дать этому видео тоже жизнь. Те, кто на канале еще недавно, и те, кто не знает меня, Саша — это мой муж. Мы вместе с 2015 года, то есть мы в отношениях уже 8 лет, в браке мы чуть меньше года, то есть в 22 году мы заключили брак. Роспись и день свадьбы у нас были в разные дни. Роспись у нас была запланирована на пятницу 11.11.2022. Привет, я хочу начать этот небольшой мини-влог о нашей свадьбе. Или о нашей росписи. Немножечко расскажу об этом. Сегодня в 2 часа дня мы едем в ЗАГС, мы будем заключать наш брак, наши кольца. И я уже скоро буду по чуть-чуть готовиться, и мы будем одеваться, собираться и поедем. ЗАГС. Вот. Такая музычка очень свидетельствующая. Классно. Кстати, вышло солнце, что очень невероятно, и чего я вообще не ожидала. Потому что с утра по прогнозу писали вообще, что изморозь, грязь, слякоть. Ну, как бы грязь, слякоть есть, но уже хотя бы не так холодно. Вот. Либо это адреналин, мы не знаем. Вот, мы едем. У нас уже все готово, документы взяли, все взяли. Так что... Coming soon. Мы пошли вдвоем расписаться. Для нас было это важно. Туда подошли наши родственники, подошли наши друзья с работы, и все. То есть это такой именно наш день, и я себе его именно так и представляла, его так и видела. И я хотела, чтобы это был очень такой сокровенный, только вот такой наш момент. Да. Вот все очень быстро делается. Да, и теперь мы по войне. Нет. А что, вы колечки нет? Есть. Ура! Жена не подарок, но всегда большой сюрприз. Самое, что берегите свои. Цените друг друга, помогайте друг другу. Наши кольца были выполнены на заказ ювелиром. Я ими безумно довольна, что Сашиным кольцом, что своим кольцом. То есть свое обручальное кольцо я ношу, получается, на правой руке, на левой руке я ношу свое помолвочное кольцо. Я хочу вам показать кольца. Это, кстати, коробочка не от них. Тут было мое обручальное кольцо. Я просто эти положила сюда. Сейчас вам покажу. Так, наши обручальные кольца, это Сашино кольцо. Все кольца выполнены на заказ ювелиром под нашей просьбой, замеры и так далее. Вот это мое кольцо. Оно идет с такими камнями. Уж очень я такое люблю. Вот так вот оно будет смотреться с моим уже свадебным маникюром. Вот. Как-то так. Пока за колечком. Эй! Ну вийшли, всі ребята нас зустріли, гей-гей, поздравили, ми сфотографували, сиділи кольця. На вулиці проводили кольця? Да. Молодці. Да, ми були вже у всіх наших родственників. Нас поздравили, ми відкусили хліб, почти перший день. Очень-очень быстро все проходит, я не успеваю за событиями. Мы уже проснулись.
позавтракали. У меня была запланирована укладка и макияж, поэтому с утра Саша меня отвез, сам поехал тоже в салон на укладку. Второго дня. Сегодня 12 ноября. Мы встали пораньше, хотя мы легли в 2 часа ночи. Сейчас мы завтракаем, и Саша мне отвезет на свадьбе макияж и прическу. Вот такой Silent Hill у нас сегодня за окном. Такая вот погода. Мы уже на заправке. Мы, оказывается, приехали на макияж и прическу раньше. Так получилось, что не было пробок. Это очень удивительно. Мы приехали раньше, решили выпить кофе на заправке. Вот. До сих пор еще стоит в городе туман. И я надеюсь, он рассеется хотя бы к обеду, когда у нас будет фотосессия. Вот. Сейчас мы делаем небольшую передышку на кофе. Саша меня отвозит на макияж и прическу. И потом едет в другой конец города, тоже на укладку. Вот, я после этого уже на такси приеду домой. Сделали макияж, мы поехали домой. Нашего дома уже ждали нас наши друзья, наши родственники. Мы сели по машинам, машины были украшены, мы поехали на двух машинах на свадебную фотосессию. Короче, мы сейчас на фотосессии. Вот. Мы голодные. Да, трезвые. Фотографировать мальчиков. Да, это проблема. Возможно, заедем в МАК, хотелось бы. Чуть-чуть не на ладошке. Чуть-чуть. А кому будешь бросать букет сегодня? Я просто тебе его возьму, да, бросать некому. Фотосессия прошла тоже прекрасно, я очень переживала за погоду, потому что с утра, когда мы проснулись, был туман. Я очень переживала, что будет так же на фотосессии, также за дождь переживала, потому что это был ноябрь, и дождь вообще мог спокойно тоже пойти. После экскурсии у нас была дегустация вина, мы попробовали вино все вместе. Заселились наш номер. Вот так он выглядит. Это вот такой вот купол шикарный, с такими окнами. Так, тут вот такой вот письменный стол, все сделано из дерева. Это так дерево вообще пахнет вкусно. Телевизор. Такая вот замечательная кресло-качалка. Очень классно. Саша тут отдыхает. Вот такой вот нам сюрприз. Фрукты. И бутылочка Пуркарь Брют, водичка, такой тут классный тоже столик, наша собственная кровать. Боже, я обожаю отели за белоснежные кровати, в них так хорошо спится, если честно. Холодильник, такой вот шкаф, наше пальто, халатики, тапочки и ванная комната. Так вот она выглядит. То есть тут полотенце, еще есть такая душевая кабина.
зеркало. У меня макияж очень хорошо держится до сих пор. Сейчас начнусь от этого образа. Там у нас был забронирован ужин в ресторане Паркаль, где мы очень-очень вкусно поужинали. Самый большой номер, мы там сидели, мы обсуждали свадьбу, мы говорили об этом, мы смотрели слепую. Не спрашивайте, просто это вайб нашей компании. Смотреть слепую на любой вечеринке, неважно. Мы еще пили брют, мы пили шампанское, было очень классно. Вот, в принципе, так вот и прошел наш день. Будешь лежать тут, хорошо? Наводит суету, это он сейчас игрался. Да, парень? Он очень любит, когда я снимаю видео или что-то делаю, он должен быть где-то рядом со мной. Проснулись, мы пошли на мой самый любимый, самый вкусный завтрак. Why do I try? Why do I try? На завтрак у нас было вместо кофе просекко. А потом мы пошли и погуляли по территории Паркаль. Время 11 утра. Просто моя прическа вчера и сегодня. Сейчас идем гулять к озеру. Тут очень-очень красивая территория, она небольшая, но очень такая приятная, очень красивая. О, там был наш номер с Сашей. Тут ребята отдыхали в бочках. Очень круто. Выдвинулись домой, потому что это были очень насыщенные выходные, мы уже хотели отдыхать, спать, и мы уже, в принципе, да, мы уже поехали в Кишинев. Пока, Паркаль. Видео на тему отношений в формате вопросов, поэтому пишите, пожалуйста, свои вопросы в комментариях под этим видео. Спасибо большое за просмотр. До следующего видео. Пока. Я снимала сразу на свадьбе. Лично. Добро. Что вот это?